Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хотел бы вам рассказать, как можно убрать окно загрузки выбора Windows при включении компьютера. Вот так оно выглядит. В данном случае на скриншоте мы видим установлены две Windows на компьютере. Здесь также две Windows, это XP семерочка. И чтобы выбрать конкретно ту Windows, которую мы хотим, чтобы постоянно не спрашивала, нам необходимо сделать следующее. Нажимаем правой клавишей мышки на ярлык «Компьютер». Далее нажимаем «Свойства». Нажимаем на дополнительные параметры системы. Во вкладке «Дополнительно», «Загрузка и восстановление» нажимаем «Параметры». И вот видим список наших установленных Windows. В моем случае я хочу, чтобы загружалась простая Windows без дополнительной надписи «Windows 7». Далее убираю галочку «Отобразить список операционных систем» и нажимаю «Ок». И здесь тоже «Ок». И все. Теперь при следующей перезагрузке Windows окошко выбора Windows больше не будет вас тревожить или беспокоить. Итак, спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, скоро будет много интересной информации. Что ж, до скорых встреч!